еще в 2015 году, когда первый раз я пришел в федерацию и вот с такой программой, чтобы мне хотелось, чтобы поменялось у нас. И этот пункт был последним. Это был пункт, который некая хотелка. Ну, я прекрасно понимал, что возможностей пока вот на том этапе создать такой центр не было. Просто даже ресурсной возможности. И я так рад, что вот прошло всего лишь 8 лет. Мы пришли к тому, что у нас появилась такая возможность, или можно сказать, даже мы создали эту возможность, мы шли к этому, что сейчас у Российской Федерации баскетбола есть возможность реализовать такой крутой центр, такой крутой проект для национальных команд. Те легенды и те ребята, которые очень активно прославляли наш любимый вид спорта здесь. И не дадут мне соврать, мы все время тренировались и готовились где-то. У нас не было никогда своей базы, своего дома. И я очень рад, что вот уже в скором будущем мы увидим здесь свой дом, дом баскетбола. Этот проект флагманский. Это начало сети баскетбольных центров по всей стране. Мне бы очень хотелось, чтобы в каждом регионе был такой центр. Пока у нас начинается все с 7. Это Калининград, Архангельск, Сыктывкар, Челябинск, Ижевск, Хабаровск, Сахалин. Это вот первые пока 7 центров, которые заложены у нас на территории нашей страны. Пускание капсула, тут моя первая мысль, которая пришла, да, капсула, лекарство. Я вам скажу, как я вижу здесь, русскому баскетболу лекарство не нужно. Тут есть Маша, тут есть Наталья, тут есть Сергей, тут есть Виктор, извиняюсь, да не забуду никого. Великий Андрей, великий спортсмен, великий баскетболист. Но действительно капсула, витамин, поддержка будущего, это точно нужно. Я сам уверен с этим подружком, да мне как тренеру в будущем будет значительно попроще создавать и добиваться новых высот со молодым поколением русских баскетболистов. Конечно, это очень важно, потому что знать, что у тебя действительно есть свой дом, где тебя ждут, где ты полностью обеспечен полным оборудованием, да, и как раз все время видеть людей, которые работают. И я считаю, что вот эта мечта, наверное, которой мы должны все эти люди, кто любит баскетбол, идти вместе. Это здорово, что здесь будет несколько залов, да, что свой будет реабилитационный центр, это немаловажно, гостиница, где мы сможем принимать все команды, да, и потому что у нас сейчас действительно очень не хватает залов, центров по всей России. Район получит тоже возможность набирать детей, тренеры работать, и у нас еще получится, возможно, один сказать, такой же район, в котором будет действительно спортшкола, да, которая может давать таланты, выращивать новых спортсменов. По плану стоит полтора где-то года, то есть где-то от года до двух. Ну, опять же, как будет идти строительство? Ребята очень хорошо и быстро работают. Говорят, что за год могут справиться. Стоит по плану чуть больше. Вот. Но если мы вот в это время примерно до 2 лет мы справимся, я думаю, что это будет большой успех. И уже там летом 26-го года, если мы сможем принять здесь первый такой заезд национальных команд, это было бы круто.